Всем привет! Давно не виделись. Я долго думала, выпускать видео или нет, потому что, наверное, какое видео сейчас не выпустили, для кого-то это будет уместно, для кого-то неуместно. Вот, так как мы остались в Харькове и никуда не уехали, нужно было находить какой-то выход и девать куда-то очень много свободного времени, мы решили недалеко от дома сделать полянку, а точнее, наверное, такой мини-оазис для себя, такое мини-спасательное место, в которое мы можем приходить. И сейчас как раз я вам покажу, что же мы здесь сделали, что мы организовали. И любой, кто живет рядом, обязательно приходите, но не забывайте поддерживать чистоту. Ну что, погнали смотреть с нами? А еще мы принесли сюда вот такую клетку, кормушку поставили. И теперь здесь будут прилетать птички. Что сыпем им зернышек. И все, и будут они тут кормиться у нас. У нас еще готово здесь костровище. С прошлого раза обложили камушками. А вот тут вот возле розы мы сейчас сделаем клумбу и посадим цветы. Будет у нас такой мини-оазис. В прошлый раз мама бревно прикатила здесь. Колоду или бревно, как она называется. Вот теперь это у нас столик. Есть еще с той стороны костер, его надо тоже до ума довести. Обкопать и камушками обложить. В общем, надеюсь, сделаем красивое место для отдыха здесь. Так, тут у нас теперь будут расти цветы. Мы сделали... Нет, это не могилка. Это цветы. Вот такая у нас клумба еще. Мы сделали такие импровизированные заборчики. Сегодня у нас еще один этап очистки поляны. Сейчас повырываем ненужную траву, чтобы она здесь не зарастала. И принесли сегодня табличку. Вот такую вот. Чтобы на полянке оставляли чистоту. Посмотрим, насколько она сработает. Как-то так. Облагораживаем дальше. А так как я в прошлый раз не сняла, как эта поляна выглядела до, мы сначала начали делать, а потом думаю, снимаю наш оазис. Вот, а выглядело это примерно вот так вот. А, все такое заросшее, за, как это говорится там в украинском языке, занедбане. Вот, береза. Здесь раньше была очень красивая березовая роща, но из-за того, что вот этот вот сорняк, молодняк вырос, оно все, в общем, березовая роща умерла. Вот, и мы хотим вот эти вот деревца, которые березовые остались, их и спасти. Может, чтобы приходить сок собирать. В общем, ну, просто красивое место. Оп, и как, удобно? Да. Вот такая вот у нас поделка от Сани. Да, Саня? Вот такой крест. Да. Да, вот я же про это не говорила. В общем, в нашем оазисе появилось кресло. Мебель появляется. Да, у нас появляется мебель. Скоро доделаем еще одно кресло.
И нам не нужны будут уже бревна. У каждого будет персональный трон. Вот оно.